Утро. Барашки разбудили. Ну, точнее, я уже просыпался, конечно. Дождь. Ночь ушел. Все мокрое, блин. Трава мокрая. Не знаю как. Пока поеду, не поеду. Там пасмурно. Кстати, а что там-то? Надо посмотреть, что там. Опа! Опа! О, маленько развеялось. Где барашка? Да ну, барашка. Да не... Вон там они маленькие, видно. Ну, вот такая у меня обстановочка. Такой вот, такая вот просека прикольная. Вон там, вон дорога где-то. Ох, ух, что там у нас? Да, все пасмурно. Вот так вот. Ну, блин, на улице холоднее, чем здесь-то. Здесь тепленько было. Было. В этой жизни ничего не меняется. Ветер такой же. Оттуда. Вот там вот у нас трасса. Короче, она встречно-боковой, но теперь будет справа. Ё-моё. Вот у меня тут палаточка. В кушарях в этих. Баранчики где-то, слышно их там. Вот. Кличей много. Ну, приблизительно 10 метров проходишь. Два клеща на ногах есть. Приходится все время убирать. Да, вот так. Ну, а сейчас собираемся. Время, блин, 9 часов. Или полдесятого уже. Да, полдесятого. Морда помятая. Доехал до трассы на велике. Уже зацепил одного. Вот он, засранец. Лезет. Если его там видно на черном. Ага, поросенок такой. Иди отсюда. Сейчас мы тебя сюда. Ух ты, он теперь от этого не хочет. Ну вот. Ну вот. Ты-ты-ты-ты-ты. Готово. Ну что, трасса. Ветра нету. Обалдеть. Ну, порывы такие есть, но в основном нету. Это, блин, хорошо. И такая погодка замечательная. Вон там я где-то в кушарях. Это я еле нашел. Тут степь. Ну, правда, какие-то тут кошары. Фух, а так ехал, ни хрена, блин, не было. Ничего, ни кустика, ветрюган стоит. Палатку-то снесет. Так что вот какие-то кусты нашел. А сейчас у меня горка небольшая. О, вот что значит ветерка нет. Ну, хотя он есть, но такой средненький, небольшой. 2 километра подъемчик. Да, 2 километра ровно. Даже не слез, вот так вот. А тут у нас на вершине местная инфраструктура. Ну, короче, мусорка какая-то. Как он, смотровая площадка, скамейка, да я забываю, как эта фигня под крышей, которая, ну, короче, которая фигня под крышей. Ну и домик неизвестного архитектора, самое основное. Вот так. О, бог ты мой, что там впереди меня ждет? Я не помню эту дорогу. Что там будет впереди? Фух. А впереди нас ждут вот такие горки. Ну, это мы спускаемся помаленьку. Тут вот все горы, горы. Кругом горки. Ну, такие, сопки. Я еду с горочки и не кручу педали. О, нифига себе. Правда, еду я 17 км в час. Ну, хрен с ним. Наверное, кафешка была когда-то. Что-то она не пошла. Ну, горка у нас кислая, ну и ветер, конечно, все равно встречный. Оп. Да. Вот так.
О, какие-то машины даже. Привет. Нормально. Да, 17 километров. Кстати, нога второй день уже нефт. Вчера еще как-то побаливал. Сегодня вроде еще не болит. Но с утра. Может быть, еще будет болеть. Да. Вот такие у нас просторы. Ё-моё, впереди там такая долина. Капец. Там будет поворотик налево. Резкий такой, под 90 градусов. Вот доехать бы до него, а? Тогда ветер, может быть, попутный будет. Но мне, как всегда, не везет же, блин. Сейчас я доеду, а до него еще километров 20, наверное. Если я до него доеду, то ветер сменится, конечно. Я ж, блин, везучий. Проехав 17 километров, решил таки отдохнуть на меня. До Семипалатинска осталось 57. А от Усть-Каменогорска 141. Вот. Ну, сейчас водички попью и вперед. Да и я сейчас хочу посмотреть, где этот чертов угол-то, который под 90 градусов, где я поворачиваю. Хотя там какой-то был уже угол. Но толку никакого не было насчет ветра. Да. Решил попробовать, как тут заряжает. Вот солнце в облаках. Да постоянно оно в облаках. Пока еще не выходило солнце, вот оно такое, в дымке как бы. И я сейчас вот смотрел, что там у меня. Ох ты, 77%. Было 73. 4% минут за 7, наверное. Вот так. Нормально. Ну а мы тут все стоим. Что-то отдыхаем. Да ветерок, блин, мать его. Ветерок оттуда. А мне туда. Все, я ее сюда примастырил. О, как удобно. Вот эти дырочки прям, ну прелесть. Она легкая. Ну, блин, 20 грамм весит. Так что ее особо-то привязывать там не стоит. Вот я тут за ножичек привязал. Ножичек, оказывается, полезная вещь. Технологичная, можно сказать. Там за сидуху. Хоп, все. Пока заряжал, уже 80%. О, заряжал, говорю, пока корячил вот эту штуку сюда. 80%. Нормально. Все. Я, блин, автономный. Если бы водичка еще была бы. Ах! Хорошо было бы. Ну вот и все. За полчаса. Ну, наверное, да, полчаса. С 73% до 100% до полного заряда. Готово. Вот так вот. Зверюга, блин. Ха. Сейчас второй заряжу. Река шар. Просто шар. Ну, она там два русла, как бы. Это островок. Эх, город-то. Вот так вот, блин. Вот что значит ветра нету. Я сейчас в гору колбасил. Вот, 29. Вот так. Опа. Ах ты паразит. Он меня увидел, улетел. Здоровенный такой планер. Вон там, а их два. Ишь ты. Эх. Типа стерх. Такой черный. Черно-серый. Вот так вот, блин. А был бы нормальный фотик, я бы его заснял. Отсюда. Фух, а мне туда. Идеально ровная дорога. Вот так вот прям, эх. И туда. Такие горки. Эч-кэч-кэч-кэч. Воды у вас столько осталось. Впереди хрен его знает что. Инфраструктуры ноль. Степь. Капец.
Километров через 15, наверное, будет что-то. Какая-то деревуха. Может, там что будет. Ох, вот эта штука в тени не очень заряжает. Я вот его пытаюсь зарядить. Ну, она маленько дала, 46 было процентов, сейчас 73. Но уже вяло, потому что солнце вон там, он, и моя спина тут закрывает. Вот. Но все равно неплохо. Воды набрал. Такой вот поселок. Типовые дома здесь сплошные. Магазин. Вот он магазин, собственно. Вот гараж, синие ворота. А вон дверка неприметная. Такой таинственный магазин. Без названия, без ничего. Вон там он, Иртыш. Сейчас я, наверное, туда ломану. На пленэр. Короче, спать там. Хотя солнце высоко, но до Семипалатинска 15 километров осталось. Ни туда, ни сюда. Приеду к ночи. Вот. Итак, это Иртыш. Сейчас я вниз спущусь, посмотрю. Стояночку бы. Кажется, вон там я вижу. Правда, селение рядом. Не знаю, какие-нибудь упыри придут по пьяни. Может быть. Ну, видно, что здесь такое. Злачное место, конечно. Ну, хрена поделаешь. Там, конечно, тоже неплохо, но там вот эти вот меня замучают. Грачи там, или кто они? Вороны, грачи. Да, в общем-то, наверное, вон там я остановлюсь все-таки. Но тут гужбан по полной программе идет, вероятно. Кострища всякие и все такое. Блин, вот эти вот гады. Бог ты мой. Ну ладно. Туда пойду. Посмотрю, что там. Но я уже с великом. Ну вот такое, в общем. К воде хрен подойдешь. Она там все такое мокрое, скользкое. И если туда утечешь, такой берег туда внутрь, вниз. Ого-го. Нифига не пляжный вариант. Ну, вода сейчас холодная, да она еще какая-то мутная. Вот. Вот тут, наверное. Не знаю, откуда будет. Трасса там идет. Вот там. Параллельно, можно сказать, вот этой речке. Оттуда ветер дул, вроде как. Ну, хотя и оттуда тоже. Как-то по-разному. Ну, пока здесь ветра нету. А там на трассе вроде ветер был. Хорошо бы здесь тихо-то было, а? Ну, где-то здесь вот попробую. Хотя бы за дерево зацепиться. Хоть одной этой веревкой-то. Тут, блин. Вот не за что. Колышки все этого. Влажа, блин. Колышки выдернет нахрен. Надо кол, конечно, хороший делать. Мощный. И забивать там, блин, такой. Ух. Все выдирает. Ну ладно, будем ставить палатку. Решил я так и здесь палаточку поставить. Не стал я вон там, там холодно. Так что здесь. Вот. Ну и у меня будет закат. А так я вот за этими кустами хотел. Ну, блин, там. Ну, не так. Хорошо. О, что-то я не так. А, надо же было в это воткнуть. Идиот. Так, где там оно? Так. Я пропустил. Ах, блин. Капец. Что-то я сегодня ленивый какой-то. Да. Вот. Хе-хе. Сейчас она прогреется. Я почему на солнце хочу? Потому что я утром-то
Встал, там что-то у меня спальник сыроватый, палатка какая-то была сырая. Короче, что-то так не очень. Вот. Опа. Оп. Оп. Опа. Так. Опа. Так. Нормально. А то у меня последние две стоянки было башка ниже, чем тело. Немного. И это не очень удобно. Вот здесь вот так вот даже. Оп. Вот так. Все. Почти готов. Ну, растяжки я все-таки сделал, перестраховался. Мне уже, блин, тогда я обалдел от этого ветра. Уже поставил. Что-то оттуда какое-то. Ветра нет, в принципе. Ну, что-то какая-то вот тяга вот оттуда. Вот эта чахлая, еще не выросшая, с невыросшими этими листьями дерева, оно не защитит, конечно. Ну, так, маленько. Это ива. А это черемуха. Черемуха тоже чахлая. Что-то ее все ободрали. Ну, вот, в общем, такая стояночка. Нормально. Заходящее солнце. Вот так вот оно там будет. Палаточка. О, хорошо. Все, у меня ужин. Я тут каких-то дешманских сосисек взял. Ну, типа праздник. Типа я наконец-то выехал с этой хреновой степи. Вот. Лучок тут валялся. И я его взял. Нормальный такой лучок. Вот. На. Ну и нормальные такие сосиски. Недорогие. А, хлеб. На. А где хлеб? А вот хлеб. Остаток. Не помню, где я его брал. А, в Таврии. Деревня Таврическая. Вот так вот. Ух, солнышко. Последние лучи солнца. Кайф. Да. Местные аборигены не приходят что-то сюда. Не знаю. Ух ты. Комар. Надо же, здесь комар есть. Но это первый. У меня там заряжается телефон на последнем издыхании солнца. Сейчас скоро 100% будет. Я бачок другой подогреваю. А я... Вообще холодно. Вот в тенек заходишь, дубак конкретный. Солнце светит нормально. Сейчас солнце зайдет, вообще, блин, капец будет. У меня... Дорога сегодня, ну, такая, туфта была. Ровная-ровная. Ну, вот такими вот... 2 километра где-то так спуск, легкий такой. Не знаю, какой перепад. Ну, перепад, наверное, будет там метров 20. Вниз, вверх. И она прямая. Ничего нет, просто вот, ни хрена, ни деревень, ничего. Вот так. Так что вечер просто это кайф. Ну вот, речка там, после этой пустыни, блин. Да после утра какого-то идиотского, блин. Вчера плохо было, блин, что-то какой-то я никакой, блин, был. Сегодня уже более-менее я уже
чувствую нормально. Ноги не болят. Ту-ту-ту-ту-ту. Да. Или какое? Через это? Вот. Прошли ножки. До этого еще, до границы, блин. Я забыл, как этот город называется, блин. Вот, после границы. Ну, не город там, так. 182 километра еще. Ё-моё. Я что-то думал поменьше там. Думал, после Семипалатинска будет там, ну, километров 60, а там ни хрена себе. Ну, ладно. Хрен с ним. Вот он, моя чудо-техника. Ну-ка, что там? О, 100%. И солнцу 100% скоро. А, видок. Да, здоровенная речка. Иртыш, ё-моё. Не абы какая хрень. Все, залазим. Температурка уже так. О, 16,8. Да. Но там какие-то на той стороне упыри. Я не знаю, что они там. Их не видно, конечно. Но мне кажется, вон там что-то там где-то есть, горит. Зачем они что-то жгут? Или кто-то что-то поджег? Ну, короче, кто-то изгадил мне опять вечер. И вот этот дым, который по реке пошел, он сюда приходит. Да. Обыдно. И дымом воняет, конечно. Господи. Да. Ой. Почти полтораху выйду. А, ну там еще пол-литра выйду. Это я отдуваюсь за все эти сухие дни. Ох. Нажрался этих сосисек, они соленые, блин, а мне пофиг. Завтра будет морда, блин, опухшая. Ну и хрен с ним, зато я воду пью. Воду. Блин. Я ее могу пить сколько угодно, потому что я завтра утром поеду через эту же деревню. А там опять это будет колонка. Вода хорошая, кстати, зашибательская. Там ветерок наконец-то дунул. И вот этот дым маленько убрал. Или они там потушили его. Вот упыри-то хреново, а. Надымили тут. Речкой пахнет. Да. И маленько полынькой. Да. Уточки плавают. Идиллия прямо, вечерняя. Хорошо. Да. Вот они, уточки. Два штука. Ай, поди, не видно будет. Все, прикрыл лавку пока. А то там это, там холодно. Сейчас я замерю. 8,6 температурка. Ну так. А здесь не знаю. Ну пока 14,7. Ну будет 8, но ночью. Сейчас пока тепленько, типа. Вот, значит, я вот тут вот торчу сейчас. Вот. Усть Каменогорск. И вот Семей. Ну, его теперь обозвали Семеем, но это Семипалатинск. Вот. А где это? Гранитный. Поселок Гранитный. Вот я возле него сейчас. Вот. Эге. Ну, значит, мне надо... Фу ты, господи, что за фигня тут выскочила. Вот от Седова, вот по этой дорожке, вот туда вот. А куда туда? Да,
вот сюда вот. В Рубцовск. О! И до него, черт возьми, ну вот это что такое вылезло? Такс. До него 182 километра. Вон написано. Да. Что-то как-то многовато. Что-то я меньше думал. Я думал, сейчас до семей допилю, а там километров 70. Нифига себе, а тут еще 182. Вот так вот.